нудистский пляж. Сёма пришел, аккуратно разделся, снял всю свою одежду, сложил, лег, разложил руки. Ну и во избежание ожогов на самое причинное место положил шляпу, чтобы там ничего не обгорело. Ну, мимо прогуливаясь, проходит такая обнаженная девушка, смотрит на него и ехидно говорит: «Молодой человек, если бы вы были настоящим джентльменом, вы бы приподняли шляпу в присутствии леди». Он говорит: «Милочка моя, если бы вы были настоящей леди, поверьте мне, шляпа приподнялась бы сама».